Итак, приветствую, друзья. Сейчас покажу вам домик за 32 миллиона рублей. Но чем хорош данный дом? Тем, что у него есть вот такой вот гараж. Прям хороший гараж такой, прям полноценный. Не знаю, вот я еще внутри не был, но я бы, наверное, проголосовал бы вот с гаражом. Все-таки хочется, чтобы в своем доме был гараж. Потому что есть такое понимание, ну как же дом без гаража? Потому что если, например, посмотрим, над гаражом у нас образуется вот такая площадка. И здесь тоже можно много чего придумать. Кстати, высоко мы, получается, сейчас стоим, и у нас вид на море гораздо интересней. Ну и, само собой, давайте посмотрим территорию. По ней мы пройдемся, прогуляемся. По периметру можно посадить те же самые фруктовые деревья. Еще повторюсь, центральная канализация, газ. Да, кстати, много чего здесь можно напридумывать. Ну и давайте посмотрим сам дом. Сам домик. Уже с вами видим знакомую нам планировку. Значит, так, вот эта комната у нас. Ну, кстати, вот здесь, да, даже через заборчик свой все равно вид на море. Вот здесь прям просится зону барбекю сделать. Ну и здесь, в принципе, все сделано. Да, в любом случае, если бы я брал такой себе дом, я бы первый этаж все-таки раздолбал бы и разобрал бы. Единственное, что мне непонятно, все-таки я считаю, что газ можно было вот туда левее сделать, а можно было планировать еще прикольнее. Но вполне возможно, может быть, я кухню бы сделал и в этом отдельно бы сделал бы кухню вот в этой локации. И исходя из этого уже, а здесь бы просто был бы шикарный зал. Не знаю, пишите в комментариях, что бы сделали вы. Ну, то, что здесь есть гардеробные, те самые, санузел, тоже большой и огромнейший плюс. Данный дом стоит 32, так же, как и первый дом, который я снимал. Ну, наверное, я бы дал предпочтение все-таки этому дому. Для меня гараж очень важен. Опять же, он находится немножко повыше, данный дом. У него видовые характеристики лучше. Если мы даже так посмотрим невооруженным взглядом. Вот море, море. Многоквартирные дома не сильно напрягает. А вот на школу, чтобы вы понимали, вот на школу. До школы, конечно, рукой подать. Блин, вот это, кстати, классное решение, смотрите. Здесь, получается, балкон. Здесь, получается, балкона нет. Вот это, кстати, мне больше нравится. За счет того, что нет балкона, такая большая комната получилась. Блин, бомба просто. Ну и здесь тоже комната. Слушайте, ну я, наверное, все-таки выбрал бы без балкона. Посмотрите, да, балкона нет. И уже какая получается шикарная площадь, как без балкона. Это вообще круто. Притом вид на море имеется. Вон он, вид на море. Своя какая-то территория здесь есть. Мы сейчас ее посмотрим еще раз. Слушайте, да, балкон вроде пожертвовали. И какая стала шикарная большая комната. Такая, какая и должна быть, по идее. Очень круто. Опять же, здесь при желании можно сделать эксплуатируемую кровлю, потому что будет ваш личный дом. И вот тебе и все. Потому что здесь бетонное перекрытие. Да, вот он санузел. Вот эта комната получилась прям шикарно большая. Вот эта комната получилась прям огромная. Не, очень круто получилось. Я считаю, получилось обалденно. В общем, здесь хотя бы ты платишь 32 миллиона, ты понимаешь, за что ты платишь. Здесь ты платишь, прежде всего, за гараж. Ты здесь платишь, что можешь сделать зону барбекю. Ты здесь платишь в том числе... Хотя нет, наверное, первый дом даже был бы лучше, извиняюсь. Здесь все-таки гараж рассчитан на одну машину. А хочется все-таки в доме, чтобы можно было разместить два автомобиля.
Здесь два автомобиля вряд ли получится разместить. Поэтому, наверное, мое бы было, мой выбор, наверное, был бы в сторону вот соседнего домика, который тоже снимал. Вот видите, вот он, соседний домик. У него, да, есть балкон, и у него во дворе можно больше поставить. Нет, все. Дом по-своему хороший, каждый дом найдет своего покупателя. Но в целом у каждого дома есть свои плюсы, свои минусы. Здесь гараж, да, большой плюс. А здесь, получается, балкончики, все есть современное. Ну, круто все очень. Ладно, ребят, прощаюсь с вами. Всем добра и пока.